Во дворе дома номер 99 по Октябрьскому проспекту построен детский сад на 100 мест. Это второе здание дошкольного учреждения номер 155 в микрорайоне Южный. На территории уже оборудованы площадки для прогулок. В самом здании завершаются работы по подготовке к приему детей. Подробности в нашем сюжете. В этом доме на Октябрьском проспекте 99 проживает больше 2000 человек, в основном семьи с детьми. Каждый день двухлетний Владик выходит с мамой на прогулку. Затем, как строится новый детский сад, они наблюдали с самого начала. Пойдешь в садик? Только. Закрыто. Да, откроется, скоро откроется. Пойдем в садик? Дай. Мама Владика планирует, что мальчик пойдет в садик осенью. В идеале именно в этот, расположенный прямо во дворе дома. Мы записались в 3 садика. Ну, то, что вот рядом с домом построили новый сад, конечно, бы хотелось попасть в него, потому что он и поблизости, рядом окна. Я могу наблюдать за ребенком из окна, как он гуляет. Сейчас работы в детском саду близятся к завершению. В ближайшее время будет собрана и установлена мебель и игровое оборудование в группах. Здание подключено ко всем коммуникациям. Построен детский сад, будет оборудован самыми передовыми системами охранной сигнализации, пожарной безопасности, системой видеонаблюдения. То есть на территории детского сада не будет ни одной зоны, которая не будет просматриваться из комнаты охраны. Новый детский сад рассчитан на 100 мест. В нем откроется сразу 5 групп. Появление этого социального объекта поможет сократить очередь в детские сады в микрорайоне Южный.